друзья, не забывайте подписываться на наш канал. Это помогает распространять наше видео в интернете. А также сегодня будет очень серьезный разговор, где вы увидите о том, о чем требуется сказать сейчас. Уже в августе наступят очень серьезные перемены, которые будут чувствоваться по всей стране. Поэтому внимательно отнеситесь к тому и нашему любимому герою, который все-таки говорит часто очень серьезно задумчивые вещи, над которыми стоит не раз задуматься. И сегодня, когда я говорю, что каждый из нас должен, по идее, быть рядом с президентом, меня многие смотрят как на сумасшедшего, как на идиота, нашел что сказать. Спятил после двух ковидов на старости лет, мне 64 года будет в сентябре. Ну, вот. Да, два ковида я действительно пережил, но если мы сегодня... Если сегодня не поддерживать Путина, в России будет не лучше, а хуже. Заговор уже есть. Заговор. Против Путина. Владимир Владимирович. У которого все в руках и спецслужбы, и Шойгу, казалось бы, только кто кого вдруг поддержит, если чья-то начнет набирать вверх чья-то сила, вверх пойдет. Не знает никто, потому что быть во власти и не быть, ну, подонок нехорошее слово, но, в общем, и не быть флюгером, как Рудской говорит, Никите Михалкову. Ты, Никитушка, у нас как флаг на бане. В какую сторону черный дым идет, в такую флаг крутится. Чтобы не закоптиться. Замечено. И за Михалковым замечено. И за баней замечено. Люди все видят. Все понимают. И понимают, что такое санитарные вырубки леса у Михалкова в Павлово. И фабрика из мебели. Видимо, из гнилой мебели, из гнилого дерева мебель делается. Деньги нужны Никите Владимировичу, жаль, ни одного метра больше не снимет. В отличие от своего брата Андрона, который запускает 16-серийный сериал. А Андрон лет на 10 старше. Никита Сергеевича. Ну, не важно, не о них речь. Речь о Путине. Либералы, так их назовем. Ну, Троцкий, он не либерал никакой. Все люди определенной национальности. Но так случилось. В этом нет никакого мирового сионизма, заговора, там, еврейства, еще что-то. Чушь полная. Но дважды была власть у таких, как Троцкий. Кто через концессии был готов отдать Америке, да хоть всю Сибирь, хоть весь Дальний Восток, хоть всю Чукотку. Фильм «Начальник Чукотки» все видели, что концессия. Вот американцы за патефон забирают пушнину. Концессия, в концессию отдать. А теперь слушайте наш герой о том, что происходит в Кремле. Весьма интересные факты. Я думаю, это тоже стоит услышать. А вскоре будет самое интересное после еще одного сюжетика. Сегодня дружбы, близости. Вот Невзоров с гордостью говорит. У меня были железобетонные договоренности с Кремлем. Никаких договоренностей у меня ни железобетонных, ни просто, ни с этой публикой, ни с Кириенко, ни с Громовым. Все случайные люди на самом деле, пустые люди, оказавшиеся, да, в Кремле, да, во власти, но лишенные сегодня многих уже своих полномочий, именно в последнее время. Как известно, Дмитрий Миронов теперь отвечает за кадры, то есть у Войной и Кириенко Путин отобрал возможность фактически единолично решать, где кто, какой губернатор, когда изберется, от какой правящей или не совсем правящей партии. Сегодня все решает Кремль. Раньше решали Кириенко, он отвечает за внутреннюю политику и войну, его начальник подписывал документы. Сегодня другой человек. Фактически у нас две администрации президента. Одна Дмитрий Миронов, он отвечает за кадры. Ну а все остальные вопросы, распорядок дня. Глобальной идеологией Кремль не занимается. Громов ни черта не умеет, мы это видели. И поняли лишний раз 24 февраля, когда никто не объяснил. Никто не объяснил, ради чего все это делается. Там, на востоке Украины. И надо-то было сказать Громову одну фразу. Мы пришли, мы Россия, чтобы у вас была жизнь, как в Крыму. Кто-нибудь это сказал? Хоть один громкоговоритель ехал впереди войск, объясняя населению, зачем идут войска. Хоть одну листовку напечатали. Ну и получили. Это на совести Алексея Алексеевича Громова.
прежде всего. Ну, Путин сделает свои выводы рано или поздно. Во всяком случае, мы постарались и сделали все, чтобы Кириенко не стал мэром Москвы. А оттуда он бы шаганул сразу в президенты России. Здесь Путин нас услышал, наши доводы, и сделал так, что это оказалось невозможным. Еще раз, меня трудно, как я уверен, заподозрить в некой любви к власти. Или каким-то там закулисным отношениям, бюджетам. Нет, ничего этого нет. И не будет. Никогда. Власть есть власть, журналисты, если они прилипли к власти, это уже не журналист, это прилипало. Все очень просто. И сегодня, когда я говорю, что каждый из нас должен, по идее, быть рядом с президентом, меня многие смотрят как на сумасшедшего, как на идиота, нашел, что сказать. И теперь еще немножко о либералах и о том, что они и кто они. Продолжает Андрей Викторович. Смотрим. Авторами реформ, авторами революции. Тоже революция и тоже концессия в итоге. Уже всей России. Чуть всю оборонку не потеряли. Да фактически все потеряли. Даже ракету «Сатана», ну, она у нас называлась «Воевода» Янгеля Уткина, стали сокращать. Сейчас у них, у таких, как Лев Давидович, или таких, как Анатолий Борисович, ныне здравствующий, кажется, вернувшийся в Россию вместе с Гозманом, своим ближайшим сподвижником. Леонид Гозман известен тем в наших кругах журналистики, что у него косой взгляд на жизнь. У него всю жизнь косой взгляд. Ну, всю жизнь косой. Что же теперь делать? Такой взгляд. Таким родился. Сейчас в августе будет третья попытка сбросить Путина. Потому что неважно, кто подвел Путина, так как какие доклады ему сочинялись. Один автор признался, что же я буду писать ему то, что его злит. Зачем мне его раздражать? Путина. Я буду писать то, что он хочет прочесть. Ну, это писали. Отсюда 24-е, 25-е, 26-е, 27-е. Самые тяжелые, самые неожиданные дни боев. Как выяснилось, боев не только с нацистами, надо признать очевидно. С нацистами, с Азовом, но не только с ними. Далеко не только с ними. Потому что простым гражданам, не Кириенко, отвечавший за интернет, главный идеолог, не Громов, второй главный идеолог, отвечающий за всех эту кампанию, Скобеевых, Соловьевых и так далее. Простым гражданам никто ничего не смог внятно объяснить. Надо было еще раз одну фразу сказать. Будет как в Крыму, люди. И дети ваши могут и в Москве учиться, как сейчас из Мариуполя ребятишки поехали в Питер. Не только же на алые паруса, но и документы подавать. Куда? В питерский политех великий, к Андрею Рудскому, к академику. Гениальная школа. Питерский университет. Другие вузы. Кто-то лечиться поехал, потому что не было ни в Мариуполе, ни в Херсоне нормальной больницы. Не было и все. Теперь, может быть, появится. Не объяснили. Подставили. Путин сам виноват, что эту шпану держит. Ну, не важно, о них речь. Власть. Он создал эту систему. Он ее... Либералы, так их назовем. Ну, Троцкий, он не либерал никакой. Все люди определенной национальности. Так случилось. В этом нет никакого мирового сионизма, заговора, там, еврейства, еще что-то. Чушь полная. Но дважды была власть у таких, как Троцкий. Кто через концессии был готов отдать Америке, да хоть всю Сибирь, хоть весь Дальний Восток, хоть всю Чукотку. Фильм «Начальник Чукотки» все видели, что концессия. Вот американцы за патефон забирают Пушнину. Концессия, в концессию отдать Дальний Восток. За концессию отвечал Троцкий. Концессионерами были прежде всего Соединенные Штаты Америки. Американцы. Они привезли Троцкого на своем корабле. Ленина. Немцы везли в вагоне через оккупированные страны. Троцкого на всякий случай. Как дублера. На американском корабле в те же дни доставили тоже в Питер. В морской порт. По Балтике плыл.
Расплатился концессией. Последнюю концессию Брежнев закрыть смог только в 70-м году. Какие штрафные санкции были провесены? В 70-м году прошлого века. А концессии это была расплата Троцкого, большевиков с Америкой за поддержку их революции. За поддержку другой революции 91-го года, где были авторами, в том числе и такие персонажи, как Чубайс, авторами реформ. А теперь кусочек исторический, где производит параллели Андрей Викторович. И тоже посмотрим. Совсем чуть-чуть. Не объяснили. Подставили. Путин сам виноват, что эту шпану держит. Власть. Он создал эту систему. Он ее заложник. Но поддерживать Путина сегодня надо не потому, что какие-то вопросы. Он четко решает в одиночку, не доверяя другим. Чувствуется одиночество в принятии решений, в выступлениях. А КПД, он сам признавал его приказов. Но выше, чем у Ельцина, там вообще было 0,00. Ельцин говорил, никто ничего не делал. Но Путин тоже виноват, он плохо контролирует выполнение своих решений. Контролировал, вот получили машину «Лада», у которой нет, как выяснилось, спасибо Чемизову, без импортозамещения даже подушек безопасности. И стеклоподъемник вручную, как при советской власти. Ну, так Чемизов поработал. «Сармат» есть, но это великие разработки еще того советского оборонного комплекса. А «Лада»? Без импорта замещения у Сергея Викторовича Чемизова, Ростех. Вручную поднимайте стекло. Могут стать медицинские операции. По всей стране еще так замечательно поработали наши силовики, что единственный завод, который тент производит, эти, которые вставляют в сердце, в сосуды. Очень модная операция. Он стоит. Там захват рейдерский. Будем об этом говорить сегодня. А теперь о самом заговоре и о том, какие установки стоят для этого и предотвратить это. Слушаем Андрея Викторовича. Пошли. И еще раз, если сейчас не поддержать президента, в случае, что не выйти на улицу в поддержку президента, поддержку президента. Дуракам говорю, сейчас столько желающих гадость сделать. Ах, он призывает к митингам. Да, призывает. Если будет свержение Путина, в августе должно начаться. Все об этом говорит. Если не выйти, будет хуже. Правда будет хуже. Потому что есть два лагеря в стране. Есть, условно говоря, силовики. Это вот Путин и они. Люди в погонах. А есть либералы. Никуда они не делись. Огромная армия, вокруг Чубайса того же. И все эти сбежавшие сегодня 8 вице-премьеров бывших, Дворковичи и другие, Хлопонины, забыли о Хлопонине, тоже сбежал. Да много кто. И появление Алексея Леонидовича Кудрина в день похорон в Израиле, и потом позже, видимо, паспорта жене и сыну делал, все это не случайно. Им Путин во с этой военной операцией, с санкциями во. Многим из нас тоже, ну не здесь, ну как-то что-то похожее. Потому что такие губернаторы, как Чибис, вливали Путину в уши. Какие успехи в Мурманске. И еще раз о тех, кто мутит воду. Слушаем дальше. Если они не возьмут власть, они боятся тюрьмы. Они боятся, что Путин начнется в итоге. Рано или поздно пересажает их всех. Ну, собственно, сколько губернаторов-то уже маются. Тулюкаев помаялся в библиотеке, работал, вышел. Но тоже помаялся. Они не хотят этого всего. Более того, они не хотят той России, которая сейчас строится сама по себе. Потому что у них дети. Им кажется, что эта Россия не для их детей.
В 90-е было проще, вольготнее, и власти у них было больше. Они хотят вернуть 90-е, они их будут возвращать. А что им еще дать-то? Когда их перестреляют, или они сами перестреляются, или когда их посадят. Нет. Если у них власть, они неприкасаемы, для них нет закона, нет пули, ничего для них нет. Страшно становится связываться. Они хотят власти, тем более сейчас, когда вокруг Путина все непросто, и когда, похоже, Сладков ставит последнюю точку в приватном 40-минутном разговоре с Путиным. Он и поддубный на питерском форуме. В судьбе командующего Дворникова, например. И куда он делся, генерал армии, пока никто не может сказать. Тут говорили за министра, вроде приказа нет. Еще раз, Путин сам во многом виноват. Я хочу, чтобы меня правильно понимали. Но если мы внутри себя, если мы верим себе, если мы внутри себя верим в себе, в свои силы, в собственные свои силы, а час хреновый приближается, ну все об этом говорит. Ну все об этом говорит. Вот когда начнут останавливаться операции плановые, когда понятно, что санитарки ведь сократили десятки тысяч санитаров и санитарок в больницах. Сегодня. А теперь, друзья, вывод делайте сами. Не забывайте подписаться и оставить комментарий. Это помогает распространить наше видео большим зрителям и слушателям. На этом я с вами заканчиваю этот выпуск и жду вас в следующем выпуске, где мы услышим об том признании, которое сделал Андрей Викторович Караулов. Смотрите нас, оставайтесь с нами. Встречное мнение всегда интересно. До новых встреч, друзья!